Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан Ежек, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Импровизация в Майнкрафте». Да-да-да, ребята, всем привет, спасибо, Ой-ой-ой, потише, не надо столько аплодисментов, не тогда, да-да, все. Какие-то невидимые зрители, какие-то громкие, ой. Как обычно, Жек, как обычно. Ну, невидимые зрители, да. А, ребят, что мы хотели сказать, Жек? Что мы хотели сказать, что спасибо вам за лайки, которые вы ставите под нашими сериями импровизации. Только благодаря вам мы снимаем это видео. Да. Поэтому, ребята, если вы хотите больше видео наших каналов, если хотите больше рубрики импровизация, ставьте огромный палец вверх, прямо сейчас на вот эти видосы и мне, и Жеке. Давай наберем хотя бы по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия. Я пока покручусь, Жека! Побежали! Толкай меня. Я тебя сейчас толкну, толкай. Слезай. Толкай. Эдисон, давай! Давай, импровизируй, я готов идти на твою карту. Не, ладно, хорошо, Эдисон, иди сюда. Эдисон, смотри, такая ситуация. Ну тебе она, конечно, не знакома, но все равно. На будущее. Эдисон, ты утром проснулся в одной кровати. Ты утром проснулся в одной кровати с девушкой. Ну тут такая проблема, ты не помнишь, кто она, ты не помнишь, как ее зовут и прочее, ну она тебя почему-то помнит и что-то от тебя хочет. Вот что ты будешь делать в этой ситуации, мы сегодня и посмотрим. Что она от меня хочет? Хорошо. Эдуня, дорогой! Это была просто незабываемая ночь, Эдуня. Ой, да, все будет, как я обещал, все, да, мы потом сделаем вот это все, да, я таки понял, кто ты? Что ты понял, Эдуня? Мы что, провели просто незабываемую ночь, мы столько выпили, тут, видишь, вино, ты что? Да, все будет, да. Да, как мы с тобой общем, вчера договаривали, все стало, да, будет потом, потом будет, да. Чё будет? У нас да вот такое было, между нами такое было. А еще такое будет, вот да, как и обещала, познакомились ты там, провела, и все будет, да. Все будет, не переживай. Что будет-то? Все будет. Дорогой, вставай. Да, все, да сниму я тебя в фильме, не переживай. О чем ты говоришь? Да продюсер я, то есть ты даже не помнишь, кто я такой, да? Я-то как раз таки все помню. У нас такая была ночь, мы так с тобой зажигали в клубе, потом конечно, на пляже, клубе, потом да. В бане, потом тут. Да, и спасибо тебе за такую прекрасную ночь. А сейчас можешь уходить на самом деле. Все, дай поспать. Это моя квартира, алло. Ну и у тебя же новая квартира будет. Я же обещал, я тебя в фильме сниму, я же продюсер, уходи отсюда. Какой продюсер? Эдуня, ты что, бросаешь меня? Какой Эдуня? Эдуня, ты меня использовал! В смысле использовал? Ты со мной переспала, чтобы в моем же фильме сняться! Ты! В каком фильме? Это я все помню, никакого фильма не было! Мы с тобой познакомились в клубешнике, ты захватил меня за жопу, потом мы пошли в баню на пляж, и вот потом на кровать вот такие вещи вытворяли, это все помню! Да? Да. Ой, что-то яблочный сок какой-то слишком градусный был. В общем... А чё дальше? Ну вот, ты могла... Ты понимаешь, я как бы еще молоденький, я жену себе не хочу пока. То есть ты меня использовал, да? Ты меня использовал? Да, можно и так сказать! Но подожди! Я говорю, что ты сделаешь тебе предложение! Нет, никакого предложения не будет. Я тебе сделаю предложение, но не предложение руки и сердца. Чтобы загладить свою вину, я тебя сниму в своем следующем фильме. В каком нафиг фильме? Ну, ты будешь звездой всемирных масштабов в Болливуде будешь сниматься. В каком Болливуде? Там где-то... Да какие? Не-не-не, я не хочу, чтобы... Ты меня предал! Нет, какие... Успокойся! Мать! Уходи с глаз моих домой! Твоя истеричка психовая. И ты еще хочешь, чтобы я на тебе женился? Психичка! Уходи! Только посуду не бросай, да! Поделим детей поровну! Не бросай! Придурок, а! Ты чё там разорался так, да? Надеюсь, соседи не услышали. Услышали, мне кажется. Весь Новосип услышал, мне кажется. Ладно, Эдисон, ты молодец, как хороший ты себя продюсер, в принципе, молодец. Мне понравилось. Так, ну что, давай.
А, ну, тут у меня как бы... Я даже не знаю, как это объяснить, описать. Ну, в общем, тебя... Ну, я опять батя, как обычно, да? Батя вернулся, а ты там просто с друзьями в комнате. Просто с друзьями? Просто с друзьями в комнате, и все. Просто, ну, хорошо. Просто друзья после школы пришли, и ты с друзьями в комнате. Ну, хорошо. Проходи. Ну, все, я готов. Да, о, мои друганы. Сын! Ты как там? Уроки батя, делаешь? Здорово, батя! Привет, жидос. А я тут с одноклассницами. Мы математику решаем. Вот. А чё, одноклассницы старше, чем ты? Лет так на 6, 7, 10 даже. Да, а это, понимаешь, а это второгодница, я им помогаю математику решать. У меня же прожарница, знаешь, я на пятерке одни учусь, вот я и собрал математику наркоман. Решаю. Я тебя неделю назад в ванной застукал, как ты наркоманил. Ты как бы, и что, а математика, это как бы, это вообще другое. У меня с математикой все хорошо, 2 плюс 2, 6. Ну, а почему, всё, хорошо, а что у тебя за одноклассницы легкое поведение? Почему они полуголые, полураздетые? Чё это такое? Ну, понимаешь, просто, ну, их так вот, жизнь их такая. Они второгодницы, денег нету, уже взрослые, а денег-то нету, вот подрабатывают иногда. Но это их стиль жизни, я не знаю. Они просто просили математику помочь жить, типа, я помогаю. Подожди, так. Женечка, я не подумаю ничего плохого о батче, но вот эту я видел там в одних фильмах на сайтах. Вот эту я знаю, кстати, она... Нифига себе! Ты подожди! Ты что, фильмы Да, конечно. Она с тобой в классе? Да, она с тобой в классе. И вот это похоже... Да я их всех знаю. Ты ничего плохого о батче не подумай, но как бы... Женечка, ты вообще понимаешь, кто это такие? Кто? А ну признавайся, паскуда, чем да ты бате врёшь моим? Давай, а ну рассказывай. Я тебе говорю, одноклассницы мои, я откуда... Ты что тут знаю, откуда ты их знаешь, какие там фильмах видел, в каких фильмах ты их видел, бать? Вот этих самых, где П буква. Ты что, с П-актрисами развлекаешься? Какими П-актрисами, я такими даже не знаю. П-актрисы? Я только вот математику им помогаю решать, какие П-актрисы? Какую математику, дебила, ты кусок, ты вообще ни хрена не шаришь в этой жизни, ты даже в школу не ходишь, ты раз в год в школу ходишь, кому ты врёшь? Да своему же бате! Я математику-то я хорошо знаю. Ни хрена не знаешь, ты вообще ни хрена не знаешь. Ты просто плохо меня знаешь, вот смотришь свои фильмы, а со мной вообще не занимаешься. Конечно, ты дубом, ты ни хрена в этой жизни не понимаешь, какая математика. Да, батя, ты просто... Тебе 18 лет, ты до сих пор во втором классе, придурок, какая математика? Тебя уже на 10-й год оставляют. Тебя на 10-й год уже оставляют во втором классе, понимаешь? И ты... Я уже настолько все вызубрил, что для второго класса я просто гений математики. Да, ну тебе 18 лет, и ты во втором классе там 7-летними учишься. А им вообще по 25 лет. А это тоже 10-годницы, даже 15-годницы, вот. Да, кому ты врешь, а? Да я не вру, бать, но я тебе правда говорю, ну что, я тебя врать буду, вот мы пришли, решаем математику. Вот. А камеры тут зачем? А, понимаешь, я решил совмещать приятное с полезным. Ну, то есть, понимаешь, мы еще снимаем видеоблог, потом будем делать отчет в школе, вот я типа помогаю сделать математику. Какая математика? Я тебе еще раз говорю, ты в математике ни хрена не шаришь. Да блин, может я в математике не шарю, для второго класса я вообще просто гений, вот я им помогаю. Ну так они же в школе не учатся, понимаешь? Я знаю, где они работают, они уже работают, я их видел. Я смотрю такие видосы. Да, во втором классе, да. Да. Да, конечно. Ты мне вообще тут врёшь, как я... Ширинку застегни, придурок. Ой, бать, забыл, сейчас. И убери вот это свои там, коконавты. Так, я... Ты, короче... Да, ты вообще, я вижу, развратник, да? Как я понял у бати? Бать, я тебе говорю, пришли мои одноклассницы, я им помогаю делать математику, заодно снимаю видеоблог о том, как правильно помогать делать математику. Вот там дискриминант, как... тихо там уже будет. Раз ты у нас такой мачо, да? У меня, кстати, знакомый есть, вот где, который снимает вот этих бабенцы, да? Ну вот в этих. Вот там им нужен новый актер в одной сценочке, да? Там негр один будет. Вот вам надо будет мечи скрестить. Поэтому я, короче, позвоню, а ты там готовься. Готовь свой агрегат, скоро пойдешь сниматься с негром в фильме. Математику так, готовить? Да, математику. Так, ну ты там готовься. Дискриминанта равен... Не математику, а в фильме сниматься. Давай, пошли мечи скрещивать с негром. Пошли. Какие мечи? Да. Я не понимаю, о чем говорит матерское извращение, конечно. Ты поймёшь. Какие-то девочки. Да, пошли. Вообще ненормальные. Пошли. Давай, пошли. Будешь сейчас скрещивать Джека.
Ой, сад. Ну, слушай, это... Ты что-то как-то придумывал, прям вот по ходу импровизации. Ну, ты мог вообще сказать, что я дебил. Да, ты дебил. В общем, Эдисон, вторая ситуация у меня, ну, она похожа на первую, она честно. Похожа, да. Ой, очень, очень похожа. В общем, Эдисон, ты снова себе захотел найти дивулю. Я не хочу столько дивуль, отстань от меня, всё. Эдисон, я пас, я пас, Джека. Подожди, ты очень стеснительный мальчик, и ты решил найти девочку, ну, в интернете, в ВК, короче, списался. Там на фотках была красавица, прям такая красавица, а в жизни пришла такая, знаешь, прям уродина, прям настолько уродина, что ты прям убежать захотел. Короче, вот, но ты уже там ей понаобещал, что будешь с ней встречаться, там, что вот все прочее. Вот тебе нужно как-то вот от этого отмазаться, чтобы, ну, я обидеть, понимаешь, что ты там ей наобещал. Вот, все, пойдем. Божечки мои. Так, я тебя жду уже на остановочке, так все, давай заходим. Эй, где мы красавица-то? Где мы, слушай, дай. Ты когда ты убежал, дебил? Не хочу с крокодилом встречаться. Эй, Дуня! Ты где? Не-не-не-не-не-не! Ой, ой, привет! Привет, Энечка! Я тут просто в театр пришел, я вот посмотреть спектакль. Какой театр? Мы с тобой договаривались встречаться на остановке. Ты что, решил меня бросить? Ты кто такая? Ты кто любишь меня? Ты кто такая вообще? Чё-то я тебя не узнаю на самом деле. Я Зинаида Петровна, Зиночка, ВКонтакте я подписана была. Ты говорил Зиночка? Бабка моя! Бабуля Зинаида Петровна? Так она же умерла уже 10 лет назад. Смотри. Ты что мной издеваешься? Ты что, меня не любишь? Мы с тобой как бы договорились. Так ты на фотках вообще другая была. А не то, что... В смысле другая? Так, а, ну я тебе красивее в жизни, ну не так говорят. Ну, да, и что? А чё я там тебе обещал, напомни, а то я только проснулся, еще ничего, и вот театр... Ну ты говорил, что вот, что ты любовь всей моей жизни, давай встретимся у маршрутки, поедем на маршрутке к тебе, там у тебя будем всякие туси-туси делать. Я такое говорил, вот лично я. Да? Это точно, ты мне, может, изменял, это тебе 100% кто-то другой говорил, это был не я, это не я был. Тебе телефон показать, переписки, ты чё? Покажи. Сейчас, вот, смотри. Куда смотреть? Вот на руку мой смотри. Видишь рука? Так ты выпрями ее хотя бы. Вот видишь рука, на тебя, видишь, ты иди за рукой. А телефон-то где? Ничего тебе не покажу, это не от меня. Да не может быть такого. Я помню то, что я обещал кому-то там и жениться, и целовать, и вот это все. Но это не ты была, там другая девушка на фотографии. Да я Зиночка, ну я правда Зиночка, ты издеваешься? А как же, вот ты мне рассказывал уже про твой комплекс, уже ты своему другу писюн показывал, вот, я так откуда я бы мог... Я ему ничего не показывал. Откуда я могла бы... Ты мне сам написал об этом во ВКонтакте, ну понимаешь, как я могу... Зиночка, тихо, тут проблемка у нас возникла, понимаешь? Напомни, когда мы списывались, и когда это было последний раз? Неделю назад. Нет, вот сегодня было. Ты сегодня мне написал, подходи к маршрутке, вот я там подошла. Зиночка, вот... Такая проблемка, пока ты подходила, я геем стал, понимаешь? Геем стал? Да. Я вот пока ты там шла, вот пока ты там прогуливалась, пока ты там, ага, там я сейчас соберусь, вот я геем стал, я другого, я нашел, блин, я а нашел это любовь, все... да, со всей своей жизни. Это все объясняет, почему ты своему другу писун показывал. Но я ему ничего не показывал. Да, теперь мне все стало ясно. Ну ладно, мне геи не нужны. Удачи тебе там. Удачи тебе. Ну ты друга своего только не терроризируй, он пил. Вот, без пути его больше не показывай. Я ему и так ничего не показываю. Да, я как бы не с ним. Я никому не расскажу, ладно, не переживай. Все, давай, удачи тебе там со своими... Да, Зиночка, пока. Давай, крокодил, вали отсюда. Давай, Страхопудина, давай, вали отсюда. Ху, отмазался. Так, все, можно опять по бабам пойти. Никакой я не гомосек, дура Страхопудина. Все, пошли. Никогда больше в ВК с бабами списываться не буду. Главное писюн больше не... Да, главное писюн, друзья, мои. Зина, я никому не показывал, ничего не было такого. Ну ты как бы можешь, да. В общем, какая дальше у нас сценка будет, да, на очереди? Да. Ты пришел, я буду дедушкой, да? Вот. Дедушкой уже, не батя. Я нахожусь в этом... Что, за дичь? В доме престарелых, да? И ты принес мне мою пенсию.
Вот. Ага. Ну, то есть я не могу ходить, да, ты принес мне мою пенсию. Но только проблема в том, то, что я сниму наушники, ну, то есть я глухой. И ты должен объяснить то, что ты принес мне пенсию. Понимаешь? Макаром. Ну, не знаю, ну как. Жесты. Да, я не знаю, это импровизация. Так что давай, да. Ну, давай, ты реально, ну как, блин, ладно, хорошо, попробуй. Так. Дедушка! Дедушка, дедушка, привет! Привет! Дедушка. Привет! О, внучок, внучок, привет! Привет, да, это я, привет! Внучок, так. Привет! Это... Чё, слуховой аппарат не работает, подожди, ухо протищу! Да что... Внучок! Вот смотри, смотри, смотри сюда! Вот видишь, вот, вот два... Плюс 2 и равно пенсия, понимаешь? Пенсия! Пенсия! Кого? Читай, ну чё, тебе чё тут надо? Ты чё вообще пришёл? Ты чё припихался вот сюда? Ой, ты чё, в школе не сидится, внучок? Что тут у нас есть? Внучок! Я не знаю! Внучок, я не понимаю, чё ты пришёл на самом деле? Вот, смотри, двоечка! Двоечка плюс 2! 2 плюс 2! Два, чё, 2 плюс 2 рыба показывает, чё? Да нет, ты рыба, не смотри на рыбу! Пенсия, пенсия, видишь, пенсия! КОГО?! Да что ж делать-то, господи, внучок? Чё тебе надо? Внучок, а чё ты с собой привёз? Сундук какой-то там на входе? Да-да-да, сундук, вот, смотри, видишь? Ну, придурок, видишь? Придурок какой-то, деньги, вот, деду деньги. Не даст умереть спокойно. Вот, деньги! Ты чё, мне держи. Свои... Ты чё, наркоман? Чё, толкаешь травку, и мне вот это пришёл стырить вот свои деньги наркоманские? Убери, я пенсию жду, придурок! Придурок, принёс мне свои наркоманские деньги, ты старый нечистые, проклятые. Дед пердун поганый. Ты чё, блин, ты чё припихал? Ты чё, банк ограбил? Стой. Ну чё, ты чё вообще пришёл? Где? А, мол, дедушка, смотри, какой я сейчас крутой. Я бизнесмен, да вот смотри, у меня деньги есть, у тебя ничего нету? Это тебе, вот кресло, видишь, ты типа дедушка, вот я бросаю в кресло денежки, вот. Ты пенсия, чё тут понимаешь? Баблом своим проклятым раскидываешься? Ах ты ещё сутенёр, да, как я понял? Ой, так. Внучок, ты вообще с ума сошёл на молодости лет, а? Да что тут ещё есть-то, ничего тут нету? А если я папке позвоню, он ремень принесёт? Чё ты припихался-то сюда, дебил? Чё ты баблом тут раскидываешься? Вот деньги, держи, вот твоя пенсия! Вот всё забирай, и я пошёл. Бабло как... Ты поймаешь, придурок, то, что я пенсию жду, понимаешь? Да, всё ясно. Ты понимаешь, что такое... Пенсия! Я не знаю, как тебе объяснить, придурку, то, что я пенсию жду, понимаешь? Пенсия! Ты чё тут бабло своё принёс, вот это проклятое наркоманское? Вот продал там травку какую-то, и сейчас бабло принёс. Едок, вот держи, видишь, одевай. Чё это? Одевай. А чё это? Одевай. А чё это такое? На уши. Кого? Куда? На уши. Вот сюда. Вот сюда. Видишь уши? Не буду я тебе на писюн это одевать. На уши. Вот уши. Да чё ты, Михалычу писюн в ухо тыкаешь? Ты дурак? Вот уши, уши. Да вот чё сюда. Ты всех по ушам бьёшь, придурок? На я уши надень. Боже, кого мой сын вырастил? Ты вообще дурак? Чё? Писюн, ну вот, писюн, это писюн Михалыча. Бабло убери своё проклятое. Нет, вот сюда, на ухо. Куда? Вот эту штуку, вот эту, которая у тебя в руке, на ухо. Куда? На ухо. Чё ты в ухо ему орёшь, придурок? На он ухо, не так слышит, нет, придурок. Это у меня плохо с этим. Слуховой аппарат поломался, а ты чё ему в ухо орёшь? Я. Придурок. Помогите. Я кончен, у меня дедок, короче, держи свои деньги. Нет, за себя возьму твою пенсию, все, до свидания. Я пошел. Стефаноскоп! А, Стефаноскоп, это на ухо! 98% людей не смогут понять, что дед пердун. Алло, алло! Пердун. Кто пердун? До свидания. Ты че деда сюда пришел оскорблять, паскуда? Ты че думаешь, если я... Дед, я тебе пенсию принес. Да в сраку пенсию свою засунь, ты че сюда пришел деда оскорблять перед другими вот авторитетами? Я тебе пытался объяснить, что тебе нужно пенсию. А пенсию чё я вот слуховой аппарат одел и всё, ты меня тут оскорбляешь, придурок? Да нет, я вот пенсию тебе даю, вот, держи деньги. Чё думаешь, если деду 80 лет, он убери свои наркоманские деньги, я пенсию жду. Ты что тут думаешь? Ты что тут думаешь, тебя оскорблять можно? Вырастил мой сын, придурка, внука моего. Ты что тут оскорбляешь? Я вообще не понял деда. Вылез он!
Как это вообще? Объясни мне, я понимаю, это как бы было весело, но как я тебе в Майнкрафте покажу, что тебе... Я на веб-камере показываю, но понимаю, блин, ты не видишь. Мне кажется, это надо будет потом в реальной жизни на второй канал вот такую фигню запилить. Мне кажется, прикольно будет. Вот это реально прикольно, а так в Майнкрафте реально как-то секс-ложно. В общем, ребята, если вы хотите еще видосики на второй канал, если вы хотите еще импровизацию, то ставьте обязательно большой палец вверх прямо сейчас на наши видосики. Давайте наберем по 15 тысяч лайков. И следующий серию импровизации выйдет как можно быстрее. Да, ребята, вам же не сложно. Один клик, а нам приятно, ведь мы старались, строили, давай все это импровизировали. И спасибо! Спасибо! Ой, не стой! Вы не заслужили аплодисменты! Спасибо! Ой, да все! Прекратите! Мать вашу, хватит! Разорались тут! Хватит! Да, тихо! Все, да. Все, пойдем. Успокоились? Все, да, успокоились. Нет, я с собой не буду в комнате. Ладно, я затворю. Ладно, до свидания.